Всем привет! Итак, рассмотрим ситуацию. У нас есть на руках устройство на iOS, в данном случае это iPad 4-го поколения, на котором стоит пароль. Если мы будем вводить пин-код, то, соответственно, устройство его не воспринимает. Как вы видите, мы не знаем пароль. Наша задача – снять пароль. Для того, чтобы снять пароль, нам нужно перепрошить устройство. Для начала переходим по вот этой ссылке на официальный сайт Apple, скачиваем и устанавливаем программу iTunes. Подключаем наш iPad к компьютеру, свободный разъем USB 2.0. Программа iTunes открылась автоматически, и мы проверяем версию iTunes. Точная версия программы 12.3.2.35 на момент записи видео. Еще раз смотрим обновление и видим, что у нас стоит самая последняя версия программы. В левом верхнем углу нажимаем иконку на iPad и смотрим информацию. Как мы можем наблюдать, в данном iPad установлена iOS 9.3 бета-версия. Теперь возвращаемся к iPad и переводим его в режим восстановления. Для того, чтобы ввести наш iPad в режим восстановления, нам необходимо зажать одновременно кнопку включения и кнопку домой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После того, как экран погас, отпускаем кнопку включения и удерживаем кнопку домой в течение нескольких секунд до появления сообщения в компьютере. Убираем палец с кнопки домой и откладываем iPad в сторону. Программа сообщает нам о том, что iPad находится в режиме восстановления. Нажимаем ОК. Нажимаем «Восстановить iPad». Читаем внимательно. Нажимаем «Восстановить и обновить». Появляется следующее диалоговое окно, и нам сообщается, что будет скачана самая последняя стабильная версия прошивки iOS, версия 9.2.1. Нажимаем «Далее», «Принимаю», и после нажатия кнопки «Принимаю» происходит процесс загрузки прошивки с серверов Apple. Проконтролировать загрузку вы можете, нажав на вот эту стрелочку. Здесь показывается скорость загрузки и размер основного файла прошивки. Прошивка полностью скачалась и происходит подготовка к восстановлению iPad. Процесс восстановления подошел к концу, и мы видим вот это сообщение. Нажимаем «Продолжить». Здесь программа нам предлагает восстановить из резервной копии, если она ранее создавалась, или настроить iPad как новый. Нажимаем «Настроить iPad как новый». Жмем кнопку «Продолжить». Начать работу. Перед нами основное меню. Здесь мы можем видеть объем памяти iPad и версию прошивки. Переходим к самому iPad. Теперь производим чистую настройку и выбираем нужные нам функции. Нажимаем «Начать работу», и перед нами разблокированный iPad без какого-либо пароля. Как видите, все прекрасно работает, без всяких проблем.
Теперь давайте зайдем в настройки, в раздел пароль. Как вы видите, здесь нет никакого пароля, и вы можете самостоятельно включить новый пароль. На этом процесс снятия пароля с iPad 4 завершен. С чем вас всех поздравляем. Всем спасибо за внимание. Всем пока.